Ваше имя? Александр Ильич Ростов. Род занятий? Джентльмены не обременяют себя занятиями. Ваш класс представляет угрозу для России. Данный комитет постановил вернуть вас в гостиницу «Метрополь», где вы проведете остаток ваших дней. Последние 4 года я узник номера 317 в отеле «Метрополь». Хотя бы окно есть. Думаю, смогу улечься. А, не иначе, как соль диез. Многое изменилось после нашей Великой Революции. Большинство моих друзей мертвы. Мой дом захватили и сожгли. Вам нельзя уходить. Если уйдете, я буду ждать. Что ж, благодарю. Вы исполняли свой долг с высочайшей для вас учтивостью. По мотивам международного бестселлера. Здравствуйте. Здравствуй. У вас красивые усы. О, спасибо. Как пережить бесконечные дни в застенках отеля? У меня есть ключ от всех дверей. Комнаты скрываются за комнатами, двери за дверьми. В этом отеле следить могут за каждым. Это опасное место, особенно для вас. Она актриса. А. Я видела ее фильмы. Они не очень хорошие. Они не отличаются хорошим поведением. Думаю, поведение зависит от обращения. Да, не сомневаюсь. Будьте крайне осторожны. Вы здесь заключенный. Я не стану изменять себе и вам не советую. Всему в этом новом мире есть цена. Мы можем исчезнуть. Начать все сначала. Это все еще моя страна. Юэн Макгрегор. Что он делает? Полагаю, отказывается быть побежденным. Они могут лишить тебя дома. Они могут забрать все. Но им не отнять того, кто ты есть. Джентльмен в Москве. Смотрите на Lost Film TV.